Ну чё, пульнул? Тише. Ну первый босс манекен вообще. У манекен, блядь. Ну кроме декурсеров. Я уже даже не помню, что мы играли. А помнишь этот видос замедленный, когда он в рейту так резко даст? Йо, блядь! Ебать, я еще был в этом рейде. Я хуй понял, как она так дыхнула, вроде, блядь, под себя, блядь, но в то же время сдула рейд насу. Ну да, блядь. Был рофлен, ебать, я орал тогда голос. Блядь, я помню, это пиздец, такой вообще тип насу. Слуховый, сука, бля. Да, у меня там пару записей вон с Кановым остались какие-то, я нашел и все. Слышь, Хачатурян. Чё ты там? Да чё, блядь, вообще не читаешь ничего нахуй? Да я сижу, чара делаю, чё ты доебался, блядь. Ты, блядь, брюли не можешь ставить? Чё? Брюли не можешь ставить. Да так, ты еще туплю немного сижу. Ты дал, что написали? Да не смотрел, да. Ну типа, блядь, за видео с траями и убийство бонусы на аккаунт. Вообще они нахуй. Там у нас кто-то записывает, пускай записывают. Ну нахуй не надо. Тебе бонусы лишние? Нет, вообще ты пизды на это. Я им никак не буду помогать. Я раз к ним обратился, блядь, два, потом еще подумал, может они исправятся. Не, пошли они нахуй. Ну да. Хули туда заходить, там опять сейчас как начнется нахуй, ебал я в рот. Ты вчера, блядь, мы только под конец поняли, как убивать босса, блядь. Я, блядь, сразу же знал нахуй. Ну ты там мне пару фраз-то написал и все, дальше я сам там додумывал. И слушал Мортуса, как он мозг ебет, блядь. Не, ну я ебать, я приорал, а чё ты вчера не сказал? Чё-чё? Ну когда ты говоришь, он чё ты, говорит, вчера не сказал? А, ну, блядь, хули ты, говорит, вчера ты не рассказал, как бить нам? Нормально. Пацан, к успеху шел. Не, надо его в натуре будет мутать, если он опять будет так же исполнять, блядь. Блядь, говорят, рендж, рендж, а как? А что, блядь? Ну, рендж, блядь, от танков. Какой рендж? Сука. Про Мортреса, блядь. А почему на них метка не вешается? Ну рендж. А какой рендж, блядь? Ну 10. А как? Ну, блядь, да вот так. Не могу пригласить участников. Он купил вчера страшно, блядь, и другим мозг ебал. Часть. Ну я не стал ничего типа, говорить. Я типа не знаю, что вот с этой эхой делать, блядь. Ну на самом деле, я бы, блядь, взял оттуда, ну человек 5, нахуй. Ну вот не вот эту шайку-лейку. Ну это же, ты же понимаешь. Это колхоз вот этот ебучий, нахуй. Кто там, блядь, рулит, я не понимаю, ты говоришь, вот один это... Один обиделся, нахуй, и потом пиздец, нахуй, нахуй. Слышишь, ты говоришь, прийти хотят и рост сделать, там вот эта девка рулит, что ли, Василиса или что?
Нет, Вася это такая же, как я, пугач, нахуй. А, это Варя, блядь. Что хочет Иро сделать. Войт, должен помнить ее, Войт. Слышишь, Айхари, помнишь друид, блядь? 46-летняя, нахуй, девка, баба, тёлка. Ну и чё? Там еще сейчас это Ольга с Лехой должны подтянуться, не знаю. Может, сегодня, может, завтра я тоже сюда. Кто, кто? Ну, помнишь, это Паладин была у нас, где истерика, и Леха был Корс, там ДКшник танк. Не особо. А Чива у нее потом был ДЦ. А, Чива вроде помню. Ну, короче, нормальные мои чуваки. Я вроде помню такой, а вот первый не особо. Да, это нормальные чуваки. Где-то видел, да. Муж с женой. Понятно. Во, Войду делать нехуй, пускай рели, там, Дэдки, Ульдвары. Да ты, блядь, думал, в сказку попал? Пиздец. Я целка могу с пугами нахуй провести. Там пуги сейчас половина, 290 плюсуют так по приколу, блядь. Я, кстати, убил Джайна 2 недели назад пугами. Нихуя ты гений, блядь, игры. Кто у тебя там был половина состава какой гильдии? Все пуги, чисто пуги. Ну, что, хочешь сказать, там не было никакой пачки из гильдии ни с какой? Нет, там ноунеймы были. Ну-ка, скинь, у тебя на ком ты это убивал? ДКшником? Ну-ка, сейчас я посмотрю прям у тебя историю, блядь. 2 недели назад, говоришь? Да. Сейчас. Блядь, не грузит Сирус, ебаный. Помойка. Пошел нахуй, потом посмотрю. Он загрузил. Простя! Чё? Иди нахуй. Я вижу, ты только Синдру убил и все, блядь. 6 попыток. Где, Джейн? Внимательно смотри, блядь. У меня нет цели. Король Лич. А потом идет Ульда. Где у Джейна-то, блядь? Посмотрю, когда я убивал. Нет, нихуя. Точно на этом ДК? По-моему, ты пиздишь, нахуй. Да, блядь, это вроде, вроде ДК Шом был. Сейчас я подожди, посмотрю на ком. Король Лич вот последний, блядь. 17 дней назад, 2 попытки. И дальше идет Ульда. Что ты меня наебал, походу, друг.
Я никогда не наебываю. Ну ладно, посмотрим, кто у тебя был на личе, блядь. Изгнанный светом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек оттуда. И чё? Блядь, престол, может быть? Ты просто видел, Войт, какое говно нахуй этот танковский, варовский Т-6? Просто деморализующий крик апает. Салам алейкум. Пиво, а скажи еще раз название гильдии-то, какая там это, блядь, которая рок хочет делать? Ну вот эти изгнанные светом. А, они, да? Сейчас я потом смотрю, кто там не точно. Ну там дохуя заряженность, по. Ну, есть. Ладно, потом так гляну. Ну там основной мейн состав, я так понимаю, собрался. Да. Ну посмотрим, что там есть вообще. Типа там, короче, разруха нахуй из-за того, что эти петухи не хотят, короче, идти зорта траить нахуй. Им нужен только киджал, типа ППД нахуй. Больше им нахуй ничего не надо. Не знаю, я когда он мне просто категорию делал, блядь, мне это показалось супер легкое. Ну да, там походить, ты задротишь там пару недель, блядь, механики, и все, убивать потом на изи.
Он убивается их 20 тел. Ну, у него версты нет. Да. Ну, беготни дохуя буквально в двух моментах. А в остальном там просто выбежите из лужи, с которой обстрел ебаный. И все. Перебегать 5 метров. И то там сразу 30 секунд. Не, ну босс так-то самый сложный сейчас. Ну так-то уже должны были все потихоньку выходить. Там. Ну там смотри, там кому написано, нахуй нужен этот БТ? Там в РТ-календаре написано, типа, чтобы завтра были готовы чары. Кто это понял и сегодня зайдет, мы посмотрим. Вчера, типа, было в основном время сделать. Я, типа, вообще бы в рот ебал, нахуй. Просто эти 4 часа, блядь, за 600 ЕБ нахуй надо? Это 800. Мы 3 часа сидели. Похуй вообще. В рейде мы были 3 часа. Да и чё, тебе не похуй, все равно делать нечего. А бейс успеем еще увидеть. Да, да. Ну, бля, меня тут сегодня втирали, нахуй. Некоторые личности, блядь. Да вот, да там все по тактике, блядь. Я вчера там объяснял, а там что-то я говорю, все понятно, да нет, нахуй. Там ноль тактики, нахуй, от классики, что на первом боссе, нахуй, что на втором, вообще, просто ноль вообще. Не, на первом там процентов 30-25. Блядь, ну это значит ничего. И а на втором вообще пиздец, там должны быть волны, блядь, потом... Хуйня сделана, которая летит в РДД, Дота, постоянно. Блин, вообще в актуале, нахуй, на... втором, блядь, боссе на этом. Я посмотрел сегодня видосы, я видел, что там было. Там каждые 25% у него меняется фаза. На первой фазе просто, блядь, АПК, нахуй, на второй фазе бегать, блядь. И отходить от вулканов, нахуй. Все, весь босс, блядь. И так 4 раза он делает. Ну вот она объединила вулканы и бегать, считай. Но. Здесь вообще ничего от этого не добавили. Ноль, нахуй. Ну, тут буквально 10% от классики. 20 активно. Да, конечно, классику он написал, сделал, и все. Почему это не имело смысла? Почитайте тему о БТ. Там он где-то писал насчет того, что почему это не имело смысла делать, просто апать скиллы под 80 уровень, тем более под реалисируется. Это он просто бы ваншотало людей. В первую очередь, некоторых механик. А так бы это были АФК-боссы, вообще, какие, без какой-либо динамики, он так и писал. Не, на самом деле, это все правильно он делает, потому что хоть какое-то разнообразие. Потому что, ну, смысл вот он сделает, все откроют просто видео, посмотрят, блядь, зайдут и убьют. Ну, какой смысл? Поэтому тут и какая-то гонка пока и есть. Ну, якобы, блядь. На самом деле, это то еще говно ебаное. Особенно на... кастомном контенте. Ладно, там контент перейдет этот ссылка ульда, блядь. Накс. Ну, кому по приколу? Явно не всем по приколу прыгать по реалу, он только ради этого, блядь. Ну, есть такие гильдии, да, которые тупо дротят эти 3 инста, блядь. 4 ик, накс, блядь, ульда и ссылка. Но, блядь, в пизду, мне этого хватило на циркуле, нахуй. Честно, блядь. Ну, альтернатив один лучше, ты не найдешь. Ну, только если он какой-нибудь Ascension, кастомный, блядь, забугорный. Ну, там вообще другой вов. Пока ничего не надо. Да, там на охоту съебусь, нахуй, слышишь, просто. Чё? Да, на охоту съебусь. Иди.
Там ДБМ нахуй не нужен, там боссы 3-4 механики, которые чередуются просто, и все. Это дерьмо ебаное. На хиджал там раньше он нужен был, да, там на фир, на какие-то там для некоторых классов, блядь. В остальном, ну, так вот, если, блядь, глобально брать, там ДБМ нахуй не нужен. Там просто надо следить, когда каст пойдет. Ну да, полезно, знаете, заранее, когда он будет, но, блядь, особо не меняет геймплея, блядь. Все равно тайминг потом, ну, рано или поздно в самом голове держишь, даже на ДБМ не сможешь. Только на ключевые какие-то. Ну, это, блядь, хардкор, ты там смотришь на КД своих спелов, а у меня просто была до Night Cycle, который ключевые КД показывает на полосках КП. Стриня, станы, блядь, зеленки. КРП для пидоров. Ой, это рефлектит, это хуйня. А, ты локовский имеешь в виду? Ну да, и файтайм у него такой долгий, но если он вблизи кидает, то да. Не, ну мне ПВП поначалу тоже на маге нравилось. Я что, из, в принципе, залип в Вовку, блядь, я случайно регнул как-то БГшку, когда апнулся. Вместо инста, понял. И пиздец. Что-то мне сразу это начал видосы смотреть, как аддоны там, что, какие аддоны полезные надо ставить для ПВП, там, туда-сюда. Ну, часами даже никогда не интересовался. Я там знал, у нас типы бегали некоторые на сервере, на циркуле, блядь. Этот Вова там, Дэдшот, мы помнишь такого, блядь. Качок, нахуй. И этот мент, блядь, который торговал часами, ну. У него группа в ВК была, блядь. Говорит, давай, я тебе по дешевке продам, говорит, на мага читы, блядь. Нахуй они мне не нужны, ты что, долбоеб, блядь. Я говорю, смотрю, как твои читы на твоем варе работают, блядь. Просто развести на рефлект и накидь, как мальчика можно, блядь. Да, там, если чит какой-то качественный, блядь, он работает, пиздец, блядь. Он там ждет того, когда-то он читает, когда ты фейкаешь, понял, он понимает, когда ты будет ты обязан докастовать каст, ты, типа, ну, такая фигня, есть такие читы, блядь, серьезные. А есть помойка ебаная, блядь. Ну, блядь, у меня много кто называл, блядь, да ты, говорит, скриптер, говорит, на маге, нахуй, на БГ, блядь. Ну, немного так, там пару людей писало, говорит, какой-то ты, говорит, странный, да. А я как ебанутый шип по фокусу и по таргету просто колесом мыши кручу, блядь, туда-сюда, понял? И также сало просто через альт. Там хуй ты у меня просто так постоишь и покастуешь рядом вторым таргетом. Вот такая. Я вспомнил от аккаунта, нахуй, пароль, на котором никого не станет. Сука! Чё ты там орёшь? Я вспомнил пароль, на котором занят мой ник, нахуй. Ебать, угадать трех раз. Я пью пиво. Нет. Заменить, нахуй. Там у тебя, я пью пиво уже, да, ник у тебя мейн? Да, вот у меня, это не мейн, это ДКшник, который у меня был. После того был, после первого, которого забанили. Понятно. Давай.
Так, надо пополнить, полностью, сука. Просто скажешь, как там поберетесь. Окей.
У меня гильда висит, слышь, просто. Гильда висит моя. Понятно. Impossible is nothing, нахуй. Я понял. Играй, строй. Пиздец. Нужно больше ярости. Блять, этим ОБТ нахуй даже БС не убили. Ёбаный в рот, Кирилл, нахуй. Ну, бывает. Вчера можно было уже и убить, блять, потом идти нахуй туда. Это ты не мне говори. Бля, второй статик нахуй, не? Эй, я особо сам, знаешь, лучше сюда скажу, посижу. Смотри, что происходит. Да что там происходит? Сейчас с гардом все сделают. Ну, блядь. Поебать вообще на эту БС. Ну, главное, ЗС в льду убили и все. Сейчас пойдем. Ну, нахуй надо, мы что, мы сильные. Как сбор будет, фул, там пойдем. Как не раз съем. Канобом, нахуй, отчасти. Ну, такой лайтовый вариант. Вот, если так вот. Ну, или так, да. Или так, да. Не, каноб-то нормальный, мало есть что, Витёк. Ты его просто не знаешь. Ну чё, блядь, тут нахуй вообще попутали, что ли? Бесы, блядь. Я, нахуй, один-единственный в своем роде, блядь.
Не, ну он спросил, с кем сравнить. Я как бы приблизительно ему сказал. Ну, только со мной. Такой хоть ни Коноп не говорил никогда, нахуй. Ну, только я говорил иногда. Вот Войт один в мире, нахуй. Ты знаешь, нахуй, кто такой Войт, нахуй? Это лучший в мире, нахуй. Я про товар, блядь. Про товар в мире, блядь. Потому что я танчил все, нахуй. Налички, и нахуй. И спиной, и сиди, и лежа, блядь. Вообще, и без щита еще, нахуй. В без щита, если что, брал, нахуй, на арене, блядь, про товаром 5к, нахуй, на арена турнамент. Когда, блядь, вы учились, нахуй, мы преподавали. Хорош. Это все пиздешь, конечно. А пиво, а тебе сколько лет, блядь? 35. Ну, нихуя, ты старше получается. Мне 31, ну, ты, в феврале 32 будет. А тебе, прости, сколько? 30. Нихуя, ты молодой получается. Малолетний петушок, блядь. Все, я вернул ник, сука. Пидорас, две сотки тебе содрали, вон табуретычи, блядь, всякие. Я говорил, тут варов миллион, нахуй. Блядь, нахуй я сделал варов. У нас был с собой дело. У тебя же есть ДК, нахуй. У тебя же есть друид, блядь. Ну сделай кого-нибудь другого. У тебя же есть охотник, блядь. У меня нет вары охотника, есть, блядь. Если ты про меня. Вот сделай эрдру. Эрдру, нахуй? Ебанись, да. Блядь. Я знаю, Зеры, только... Просто тебя саишь, ПП, блядь, и ход, и кацуешь, как долбоёб, нахуй. Ну, это типа, ну, понятно, на словах, в принципе, понятно, но, блядь, понимаешь, это время сколько займет, нахуй. Я еще и перса не сделал, нахуй. И макос нету, да? Нихуя нету, нахуй. Не-не, это вообще не варик. Типа, сову одноклеточную, нахуй, сделать там. Сова сейчас нихуя не одноклеточная. Ну, типа, видишь, я и не шарю, нахуй, что у нее там Т6, блядь. Тут у Вара максимально простой Т6, у вас просто на 0.5, нахуй, быстрее, блядь, обилки юзаются, и все, блядь. И все, нахуй, топ. Думать не надо вообще. У всех бы так вот, урон увеличен на 5%, нахуй, и все, или на 10, нахуй. И все, блядь, нахуй что-то придумывать, блядь, за урон долбоеб, нахуй. И люди бы донатили, нахуй. Формула проста, блядь. Они и так донатят. Ну, вроде, блядь, я все вынесу. Чего, блядь? Вставал. Волонира нет, блядь. А что, волонир нельзя сделать? Нет. Нету, да? Ебаный. Из урон ебаный, блядь. А, надо иритары сделать, точно. Я же нихуя не настраивал. Я тогда, я еще смотрю, у меня урон включен этот, нахуй, ну, стандартный, нахуй. Где это вообще хуйня? Бой, нахуй, или что, или текст боя, блядь, где это хуйня? А, текст индикатора, блядь, а, текст боя, убрать, нахуй. У меня же МСБТ, блядь, стоит. Интерфейс. МСБТ, блядь. События, блядь, где эта хуйня? А вот нормально. Ёбаный дискорд, что ли, сука, тварь. Алло. Ёба. Дисканула, тварь ебаная. А, дисканула? Ну, не знаю, в это время. Да у меня точку доступа. Дочку доступа? Тебя сейчас так и будет дисконить, петушинная хуйта. Не, у меня второй раз только за сегодня дисконит. Меня, кстати, назад окрутит вроде. Это стабильно, но. Я вообще-то сам, кстати, релогался, я ему ничего не вспомнил. Фикс радара, нахуй, что это такое? Ну, там не отображался радар, карт не было в ДБМ. А, ну, помню. Да и хуй на него, нахуй, радар, блядь, для додиков, нахуй. Ну, потому как. Ну, так-то, блядь, не знаю, я не юзал почему-то, хуй знает. Ну тут радар работает так, он прокрит, отображается, когда надо раньше набрать, а потом... А, ну там краснеет, зеленее, да, вот этот кружочек. А, да. Тут он полезный радар, блядь. На той же БС-ке ХМ, блядь, на резонансе разбежаться. Угу. Миликом или РДД-там. Ебать, ты не видел, как я на X4 эту хуйню рельнул, блядь? Бля, у меня магазин мне нахуй не грузит, сука. Не, вроде, кстати, я не смотрел в БС, по-моему, у тебя видос. Ну,
Ты был в ВСке на X4? Да. На вот этом вот первом, который, блядь, не помню. А, чисто первый? Ну, который... Да-да-да, там вот это вот сбежаться, разбежаться, нахуй. Челиком расставлял метки, нахуй. Расставлял челиков, кто куда выбегает, блядь. Ну, мы так тоже делали. Утверждение связи, блядь. Короче, я не знаю, нахуй. Так, чё? Батория какая-то. Ну, я смотрю, так людей не хватает пока. Ну, там 17 настроек, еще 5 тел надо. DC, нахуй. А, вот, зашло. Войд фури. Ну, скрин сделать, нахуй. На, нахуй. Нихуя, у него ебало страшное. А тапки как апокалипсис. Такая же моделька поделена. Только с красными глазами. Меч какой-то, нахуй. А чё, блядь, ШМ будет, нахуй, ну, другого уровня? Хуя знает. Или Дан. Блядь, да ну, я... Вот знаешь, нахуй, ты чё сейчас делаешь? Меняю Эридара, делаю побилки. Вот ты нашёл себе задачу. Это, я вот помню, вот честно сказать, вся эта Вовка, вся эта хуйня, золотые времена, это был 2007 год, нахуй. Не, вот. Я тогда играл в Контру, блядь. Да, а я тогда еще в школе учился, нахуй. И мне Корефан такой говорит, а пойдем, говорит, ко мне, говорит, нахуй. Я тебе покажу, что такое Вовка. Ты что, не играл никогда? Говорит, ебать. И вот, сука, его проклясть надо этого типа, блядь. Показал мне, нахуй. О, говорит, ПВП. Он мне такие слова называет. Я говорю, нихуя, говорю, что это такое? Он говорит, качай перса, говорит, выбери паладин. Ебать, я как вспомню, нахуй, что я там делал, блядь. Я просто, ну, первый мой перс паладин, нахуй. Я его то ли до 20-го прокачал, то ли до какого. Я его качал, нахуй. Просто вот где он появился, там в луносвете, нахуй. Я его и качал на этой тропе мертвецов, нахуй. Просто шел вперед, ебать. Сука. Ебануться, нахуй. Нихуя не понимал, нахуй. Я первый раз бегал с типом хантами, блядь, до 33 уровня кончнулись. Я блеванул от этих лесов и их. Потом больше не играл вот с 3-4, наверное. Да. Ты больше. Потом что-то вспомнил, думаю, дай-ка, блядь, попробую, пойду на X1, сейчас как разберусь, нахуй. И вот пиздец, блядь. А, дот меня заебал и дропнул, нахуй. Думал, что поиграть, блядь. Ёбаный урод, я брюль в плащ не вставил, нахуй. Блядь, я тоже. Ты прикинь? А походи, может... я 10 половина брюлей, блядь, я же вставлял их. Нет? Может, он удалился, нахуй, или как? Да, что-то откатило, что ли. Да нет, я его давно вставлял, блядь. Мне сейчас челик линкует. Ну, пойду, блядь, ставлю. А чё, а, у меня есть? А, блядь, огранять же там надо, да. А чё вставить-то, ебать? Ну, силу хули, чё-то. Будет больше 10 тысяч. Но он не передастся, наверное, еще нахуй. Я тебя запомнил, нахуй. Кто это такой вечный, короче, маг? Вечный киль. Вечный киль? О. У меня, блядь, брюли кинул в обмен, я прервал каст это возвращение, нахуй. Наебал, пишут, ебать. Сука. Ща, блядь. Надо было гранить еще побольше, нахуй. Что-то я, блядь, про на похуй. Я 100 штук вчера купил, нахуй. Я 70, блядь. Да похую, да сказать, в руках подержать, блядь. Сука. 100 штук купил, блядь. Ой, блядь. Гранить черный бриллиант. Шо там, где там, нахуй? Че, эту парашу еще покупать, нахуй? Заебало, блядь. Согласен писать, нахуй. Чё, долбоёб, нахуй? Изурон, блядь, сука. Согласен, можно скопировать и потом вставлять. Да, охуенно, конечно, но мне как-то похуй, блядь. Я напишу лучше. Ну, ты заебёшься писать, ну. Да кого пару раз? А, ну, если пару раз, то да. Короче, ладно. Так. Да, три раза напишу. Чё там, блядь, сумон есть, ну? Типа инста. Да нет, там нету, походу. Я у Надженту состоял, блядь. Нам я возьмем карту полетов, короче, и полетим, блядь. Нам в тот дис не надо, пока не фул или что? Ну, я туда будет.
плащик ставить, нахуй, а то выгляжу как бомж, нахуй. Без брюля и сука. Все, с брюлем. 10 тысяч 99 сил атаки, нахуй. Просто я просто лучший, блядь. Просто. Нормально, блядь. Карту полетов не изучить, блядь, потому что сало, блядь. Да и похуй. Просто лети в шатрат. А с шатрата, угу. Нахуй, этот. Я знаю, куда. Просто лети нахуй и все. На юг. Звучал просто. Лети нахуй. Ты лети нахуй, черт, блядь. И ты знаешь, в чем прикол был вот этой вот 2007 года? Мы, значит, было тогда БК и какой-то сервер, нахуй, ну, пиратский, соответственно. Новосибирский, блядь. И, короче, там, ну, человек 100 играло, нахуй. Максимум, что я видел, там, может, 200 было, нахуй. Ты что, в Новосибирске живешь? Да. Ну, не бы я рядышком уже. А ты где? Я в Томской области. А, ну, вообще рядом. Томское молоко топ. Так что будешь пиздеть, нахуй, я тебя найду. Да, давай. И, короче, этот... вот этот сервак, и мы там играем такие. И что-то пошли ПВЕшить. И там, короче, этот Санвел был. Вот. И я как играл, нахуй. Ну, я лока создал, там, 70 и все. И вот шмот у меня какое-то говно, я не помню, нахуй. Я просто прихожу в инст. Я в говне, и другие челики там, может, они побольше сейчас соображали, нахуй. Но там боссы были, они просто автоатакой били, блядь. И все, нахуй. Нихуя не кастовали, блядь. И вы считали это и заебись, нахуй. Вы просто стояли, эти манекены хуярили, блядь. Танк тальчит, блядь. Он еще иногда вздыхал, блядь. Ну и, короче, блядь, брутал этот. А у него там берсы не было, нихуя. И, короче, там какая-то хуйня получилась. Танк лег, нахуй. Пол рейда лежит, и нас там человек 7, нахуй. И, короче, я на этом локе, блядь. И какой-то рога, ну, у него больше агро было или чё, блядь. И, короче, он от этого брутала просто по кругу по этой черной хуйне бегал, нахуй. Тот его догнать, типа, не мог, и мы его хуярили, стояли РДД, блядь. Ёбаный в рот. Вот это был контент, нахуй. Мы так недавно босса добивали в кедрале, блядь. Ну, третьего. Типа, ну вот прикинь, это вообще. И азарт такой же был, даже, сука, не сравнить, нахуй. Сейчас-то, конечно, нахуй. Сирусы, хуирусы, циркули, блядь. Да циркуль когда-то тоже помойкой был ебаный, нахуй, там нихуя не работало. А потом-то стали все чинить, делать, нахуй. Циркуль топ. Циркуль топ. Сирус говно, ясно. Блять, лечу в инст второй раз, нахуй. Даже вообще пиздец, нахуй. Когда я последний раз выдвигался в инст, нахуй, пешим ходом, блядь. Я ебал, не пойду пока не зачем. Я вообще охуеваю, что я в рейд попал, блядь. Я думал, тут нахуй будет человек 40, нахуй. Я что-то походу попутал, нахуй. Онлайн 19. Где вы БТшники? Что там их не зовут даже никак? Где там они, блядь? Или чё, или мы ИП-то хоть какой получим, блядь, за что мы красавчики пришли, блядь. Я вообще, блядь, стойки, нахуй, на три кнопки назначил, блядь. Это вообще дохуя стоит. Могу, блядь, защитную стойку нажать, блядь, могу интервент сделать, нахуй, могу шив... А, шивы не могу, нахуй. Надо одну ручку взять, нахуй, да похоже. Поебать. Ебать, я тут летаю, нахуй. Ты одна ручка можешь сейчас в магазине взять. Просто а, да, она же в сумку кидается, да? Да. Все, заеби, сейчас возьму нахуй. Какую взять тут, интересно. Так, похуй. Главное, щит возьмите. Щит я взял. Так, 303. Так, топор. Одноручная. Крит. А, нет, сила склина. Не то, нахуй, не подойдет. Ловкость, скорость, крит не подойдет. Так что это древковая натанка. Это мой меч. Так, кинжал, нахуй, не канает. Меч какой-то, блядь. Это залупа, блядь. Так. Тоже крит хаста. Что-то залупа, шмот какой-то, блядь. Кинжал, блядь. Бля, ебать на 150-м маунте, блядь. Вы чё, ёбнулись? Я 250. Дайте мне нормально. Так, там чё, сумонишь? Меч, во. Сила, выносливость, во, меткость, РП. Ебать, нахуй, где я был раньше, нахуй? Берем, нахуй. Это какой 297-й?
Блять, макрос можно делать. Так, щит алгалон, вот он. Я пока раздупляюсь, я, блядь, сделаю, нахуй. Я могу даже по ПВПшиться, будешь ПВПшиться? Все, блядь, я просто вихрь дам с пула, ебать. Что-то я распиздился, да? Ты чё, въебал другой воды сегодня, пожалуй? А, блядь. Я на самом деле уставший, блядь. Я сегодня хуярил. Мело-то как разговариваешь. Надо пойти дунуть, короче. Я не просто смелый, нахуй. Я погибель просто, нахуй. Смелых, нахуй. Просто они все, блядь, из смелых. Снег пустоты. Превращаются, нахуй. Из первой категории, нахуй, откатываются на седьмую, нахуй. И ничего с этим не сделаешь. Не задонатишь, нахуй. Донат блокируется. Чисто с моего удара, с одного, нахуй. Что-то я давай в натуре нихуя выдаю, блядь. Я всю эту хуйню записываю, если чё, пацаны, так что там привет передавай. Да, блядь. Ты главное там разговоры с войной не выкладывай, блядь. Не, я, ну, я посмотрю там, чё там, блядь. Чем? Мы там чуть обсуждали. Войной? Ну, чё-то это, пиздели там про ситуацию. Чё, Штококлоп выебут. Да нахуй надо пизду. Да их уже выебали, по факту. Я понял, эх. Там случай, чем обсуждаем их, нахуй, нам. Да видишь, я к чему, потому что это... Просто лучше к чему... Лучше выкладывать РЦ, блядь, вот эти пиздежи лучше не надо там коллекционировать. Да. Если хотя бы скрывай их, блядь. Да не, они, видишь, там, по-моему, я остановил запись, как стали пиздеть. На левые темы. Ладно, похуй. На самом деле вообще похуй. На самом деле, понимаешь, там, блядь, 6 просмотров, нахуй, на каждом видосе, нахуй. То что нахуй никому не надо, блядь. Мы там тем более ничего такого не сказали. Хуйню всякую несли, нахуй. Ёба народ, вы чё, блядь, смотришь? Чё ты там говоришь? Ну, с долбоёбов на свете много, поверь. Ой, бля. Так, ну вот, прибежал на второй раз к Насджентусу. Тут никого нету. Почему я к боссу пришел, а тут никого нету, нахуй? Мне объясните, пожалуйста, блядь. Это шо, блядь? Так, короче, я пойду дуну, вы заебали. Ладно. Где ты там, это, пиво, где ты там, блядь? Ты на ОБТ вообще, нет? Или где ты? А. Я вообще хуйней занимаюсь. А ты в Долоране занимаешься, да? Ну давай, лети сюда. Блядь, выйдем хоть снаружи. Нельзя же ПВП-шиться. Ну заходи сюда, нахуй, внутрь, нахуй. ПВП для пидоров, ты же знаешь. Да, ну так это в инт заходи. Ну для нормальных пацанов тут ПВЕ, блядь. Будем, короче. Я буду. Хоть пульнем босса этого ебаного пару раз, нахуй, сдохнем, нахуй. Ты потащишь, я побью, короче. Первого босса, так он там ничего не кастует. А, ну и все, блядь, я ему хвост отпилю сейчас, нахуй. Я тут столько брюлей вставил, нахуй. Ебать. Мне кажется, он, нахуй, я его ебану, нахуй. Еще, блядь, какого-то надо фурика, блядь, 5 критан, чтобы добавил, и вообще нормально, бисовая хуйня будет. Я на хп крикну, нахуй, и будет нормально. Я думаю, ебанем, нахуй. Ну если чё, блядь, надо макрос написать, сука. На ебаную хуйню. Оборонительную вот эту всю хуйню. Так. Сука. /cast. Так, есть. Ой, блядь, еще и название этих. Кромка катаклизма. Нормально. Нормальный меч, я считаю. Эквип слот. 16. Так. Я просто, блядь, скопировал, вставил, ебать, как топ. Если можешь просто два набора сделать и кликать их биндом два разных с двумя пушками, разными два набора.
Это ты мне объясняешь, блядь? А мне нахуй набор. Я так, знаешь, когда делал, когда управление экипировкой сломали, там когда-то было, я не помню когда. Но сейчас оно нормально работает. Я делаю простые макросы, то есть касс стойка, допустим, касс название стойки, и макросы эквип слот. Я понял. 16-17, ну, блядь. Я раздошел навара, битцевого на циркуле, мне дали, блядь, ПВПшки. Я охуел, блядь, от количества макросов, блядь. До конца так и не разобрался, как грамотно под себя подстроить, там, стойки менять, блядь, так заебал. У меня вся панель она была. Ну, я использую... Q боевая, Е защитная. Ну там, R... понимаешь, блядь, сменить стойку, кикнуть по фокусу, блядь. Не, это бред ебаный, нахуй. Ну, типа, это слишком, ну, бредово, нахуй. Самое нормальное, это тремя стойками менять... тремя кнопками нажатием менять стойки. Но ты можешь к стойке добавить еще какую-то хуйню. Ну, к примеру, в стойку боевую... Я не помню, что я добавлял, честно, нахуй. Но в защитную я добавлял рефлект себе на армса, а в стойку берсерк, когда я прожимал, нажимал, добавлял этот перехват. Вот. В боевую не помню, что добавлял. Там, потому что у меня на единичке, нахуй, рывок, нахуй. Ну, смысл было, что добавлять. Что там такое важное можно было, блядь, в боевую добавить, чтобы пригодилось. Ну, вот я говорю, я сидел, блядь, часа 2-3, думал, ой, пизду эту хуйню, блядь, и пошел назад на мага, блядь. Мне там тоже пианино своего хватало, блядь. Да, ты видишь, когда одним классом понимаешь хорошо, но на другой очень тяжело перестроиться. Надо прям время поиграть. ДКшником я быстро вник, унылая хуйня. Хули ДКшником, я же говорил, там 20 кнопок нахуй, на все 3 спека нахуй. 20 кнопок всего, ну около того. У остальных классов просто в 2 раза больше кнопок. ДКшник он просто проще. Там активных кнопок постоянных, дай бог, 10, там стойку сменить где-то, блядь, подхилиться, а такие типа там петов взорвать, вызвать, это все мелочи. Ну да. Так, некромка. Да, можно и мышкой тыкать на крайняк. Это некромка единичка у меня. Ой, блядь, одноручка. Непреклонная воля, блядь. А это чё? Бастион Алгалона. Блядь, чё, у нас будет сегодня чё-нибудь, или мы его нахуй, а? Ты в Инс прилетишь, нет? Да нахуй надо, там, блядь, никого нет. Просто. Да, блядь, ну должно быть. Должно быть, уже 00:30, нахуй. Да. Вообще ебатурия, нахуй. Так. Ну все, эту хуйню я сделал. Сейчас затестим, нахуй. Вот, блядь, локов нету, ДДшек некоторых нету. Я хуй, блин. Сухими. Так, что-то я неправильно прописал, что ли, да? Или что это, нахуй? Я что-то неправильно. Бастион, все, вроде бастион, вроде алгал. Может, с маленькой буквой ебануть? Что-то где-то... Можешь решить предмет нажать в макрос. А, нихуя. Алгалона, да. Сейчас. Ты нажимаешь на экипировке и открываешь макрос, написанный, и тыкаешь через shift, чтобы у тебя когда строчка писать была активна. А что-то вообще, может сервак зависит, что-то я хуй знает. Блять. Бля, я ору просто, когда вижу БТ-чиха, БТ-чиха, ёбаные ногти. Ногти? Самый прикол, знаешь, в чем? Я в одну ручку и в щит не вставлял брюли, нахуй. Они там нужны тебе? На выносливость сохни, блядь. Ну, по сути, блядь, никто не заметит, нахуй. В бою, блядь. Блядь, я не E-квипслот, а квипслот написал, сука. Кринж ебаный, нахуй. Так, тут то самое. И тут квипслот, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Эта способность еще не готова. Хорошо, меч меняется, а щит не меняется.
Выходи, Войт, на сумон тут потыкаем других людей. Ой, блядь, ну прям вовремя. Я тут, блядь, не могу понять, что их нет какая-то. Так. Блядь. Пойди, где тут шкаф ебаный, блядь? Камень. А, вспомнил вроде. Я что-то не могу вкурить, почему он щит мне не одевает. Ебаный этот пидор, нахуй. Левая рука. Че тебе надо, нахуй? Почему он щит? Ну-ка. А. Да, здорово. Привет. Че, к чему в итоге вчера пришли? Ну, мне Настя начала рассказывать, но так как она объясняет это... Че? Лучше застрелиться. Ты про второго босса? Угу. Короче, там вокруг него надо бегать, РДД кимпом. Либо вот так змейкой слева направо, справа налево постепенно раскладывать и чуть-чуть вверх босса поднимать. И просто поддерживать щит АОЕ хилом постоянно. Смотри, насчет АОЕ. На танках там не вешается этот дебаф, когда они рэндж набирают, варстак снимает и все любить. Смотри, насчет АОЕ хила, помимо идеи с травмой... Ну, травма, по-моему, работает именно от зашедшего хила, да? Не знаю, смотри, есть это триника, которая с БС обычки, четкие. Плечами точно минус, это поле прессу там или какому-то ретро одевать. Просто шею не забудь снять тем. Ладно. Точно, да, шею тут не вообще. Зорта. Так, ключевое там шмотки Зорта надо всем снимать. А что за шмотка? 303-я шея какая-то охуенная? Из-за урона, что ли? Ну она, да, там же хп не восстанавливается. Весь, все твое хп это щит на тебе, поддерживаемый хилами. Если ты просел по хп, то ты просел по хп до конца боя. Ну подожди, хп то же самое, типа не восстанавливается. Один хп не восстанавливает, кроме танка. Охуительно. Блять, мы заебемся его тогда бить. Да он манекен вообще, просто манекен. Смотрел сегодня стрим этих обувов, там Драмыч наверняка же Жентакстику, блядь, принес из Асгарда, блядь, он же с ним там был. Там этот стримит какой-то чел, блядь, на кресте. ТВ гейминг у них. Ну не суть. Но я сам вчера к этому уже пришел, я просто увидел, убедился. Но они, правда, тупо зачем-то вокруг босса водят, там надо начать. С максимальной ренжи и вот так змейка раскладывает лужу. Ну погнали, наверх начнем потихоньку. Ну, потому что еще одна камня. Людей. Ну, блять, то, что есть. Мы же не будем еще сидеть полгода ждать. Кто-то выйдет на суман, я тут стою. У нас слог. Там есть он. Чё-то я не вижу его в рейде. А так? А, нихуя. Ну, Максим его слепил. Ну суманите еще. Давайте наверх. Не бай, я забыл, как прикольно. Пойдемте наверх, а мы хуй пойдем. Да пошли, хули. Надо отключать активацию. Делать не в ретрике, а или в хила? Пока в хиле осталось. А, ты хочешь тевор? Ну давай тевор тру тогда. Сортирус в ретрика. А, если сердру, то да, так что. Еще это скрытый хейт хил бота. Там слишком сложно сделать так, чтобы показывали щитки.
Давайте, что быстрее, Макс, перезаходи уже. А вот говоришь, воду это можно. Перезаходи. Да не, Лёша. Забиваешь этот один баф и все. Ну так, а ты скажешь, как это сделать? У меня просто там не, ну, типа это на. Нет, я имею в виду тебе один общий. Все три щитка, которые. Все. Я про то, что. Нету смысла забивать, блядь, каждый по отдельности. Нет, я не про это. Там вот именно в этом интерфейсе, я так понимаю, нельзя просто добавить, типа, баф. Там только дебаф можно добавить. Или чё? Дебаф. Это так, дебаф. А тогда он тебе... Он тебе просто, типа, цветом подсвечивает квадратик. Смотрите ещё раз, пожалуйста. Или как? Ну, хоть отличать это. Ну, типа, у кого меньше щитки, тех надо приоритетнее хилить, по идее. Ты будешь следить еще на ком какой цвет? Ну так а там же просто вчера так забил, вроде там нормально, типа, было. Ну. Ну, это... типа, у кого половый щиток, что его хилить? Надо хилить тех, у кого нету щитка почти. Такая не будет долго вечный. Лёх, щит не обновляется? В смысле, щит обновляется каждый хил. А, ну то есть он обновляется от каждого хила. Щит это типа твое хп. А... Я знаю про ХП, меня интересовал конкретный вопрос обновления его, Макс. То есть пока он висит, он может обновляться, если входит хилка. Щит бесконечный. Он бесконечный, всегда обновляется, либо спадает. Но когда он спадает, ты получаешь урон. И этот урон, все, ты постоянно с просевшим ХП. Ну, значит, да, значит, корень, блядь, четки. Четки? Надо. Все, я сделал трансмог, спасибо, что подождали. Кстати, блядь, чё ты меня бить? Прикол в том, что они, скорее всего, тоже не работают у нас, потому что медведь, который должен нас регенить, типа, от критов. Но ХП не восстанавливаются у них. Чётки срабатывают от любого... Не, да, мы не про ХП, а про то, что щит, типа, чётки тоже держали. Ну... Надо одевать и просто смотреть, запрокивает, не распрокивает. Камине. А что, вы уже собрались? Да. Сейчас уже шкаф пропадет, давай скорее. А я вместе, я буду раз делать. Добьюич. Кири, одним кемпом бегаем? Да. По миликам что? Тоже. Милики просто стоят и бьют в спину. Также хилится. Надо только не стоять между боссом и РДД. Типа, они если крутятся, то и нам подкручиваться. Босс где, в центре? Там же где и стоит. Потому что она откидывает. Его можно в угол вправо упереть, если хотите. Он там вот справа чтобы есть дубло. Чтобы засрать зону? Не знаю, баф и лимит так держали зачем-то. Они наверх в итоге выносили до, типа, верха этой лестницы. Можно змейку вот так раскладывать слева направо, справа налево. Вот тут начать с максимальной ренжи, чтобы доставать медиков. О, тут танк с вами. Короче, давай, метка на тебе. Смотри, что вы там. Стаки на босс Ратили. Вешает, вам меняться надо будет с Гойнером постоянно. Не надо ничего меняться, блять. А что, вы придумали, пар что-то... Пар забирает стак. Ебучий абузер. Кто он сказал, что надо меняться? Это кто-то, наверное, по-другому просто проходил, и все, типа, по-другому, все да. Надо меняться. Например, Ластрай говорят, что надо меняться. Да, и баф лимиты говорят, что меняться надо. Ну, понятно. А мы не будем меняться. Мы не я там могу спросить у танка, что они делают. У меня есть знакомый. Зачем спрашивать, если у нас есть танки, которые вчера танчили? Вчера проверяли баф этот... Говорю, если надо. Чарджем не надо, мне похер. Забирает вар. И сначала рейндж они держат, там между собой на них не вешается по агру. Кстати, причину, по которой не вешается, мы так и не выяснили. А там же вчера что-то говорили, что милики даже не держать сколько... Должны стоять на максимальной рейнже от танков. Короче, чтобы бить меньше босса. Разговоров, а мини заходит и стартует. По поводу милики, аура, да, ключевой миликов. Чтобы они стояли максимально далеко от танков. Зортовская, снимаем все. Все вообще зортовское надо снимать, что дамажит себя и вокруг людей с союзников. Получается, кольт станковский тоже. Мне огонь или броню ставить, ауру? Слышь, просто посмотри, у меня есть что-нибудь зортовское, я просто мешаю. Ну, кольцо танковское.
На, гляди меня. Ну, 303-е кольцо. Да у меня его нет, мне похуй. А то буренки есть. У Wednesday это кольцо тоже золото. Бесплатные камни можно покупать в магазине. Да, если портал Даран, то я налог обратно захожу, да? Угу. Что вы делали, блядь, 20 минут сейчас, вот скажите мне. Так, а куда ты пошел? Зачем тебе в Даларан лететь? У тебя же брюль. Его можно выпить. Вытаскиваешь брюль из одной шмотки, переставляешь в другую. Спасибо, я забыл. У медведя тоже это кольцо надо убрать. Медведь не слышит, видимо. Судя по отсутствию. Покурю фастиком, пока там камни переделаю. Я, в принципе, один хоть тут АФК стою. Наконец-то итемы Зорты становятся такими, какими должны были быть. Бесполезными. Ситуативными. А не галимыми имбами. Вот все подряд. Ну, типа того. А сейчас такой хоп уже, там шею обычно удалил. Грустная история. Я шею 297. Не зря взял с этого. Из рука. Танкам крафтовые кольца, получается, надо делать. Крафтовый вот тут а запас там. Сердец хильдбанка и пригодится. А клон это же вообще зашкварливейший. Кроме как на медведя. Надо details ставить. Степ 1, поставь details. Хорошие советники. Ну, как есть. Заходишь в рекам, в настройки, там внешний вид. И выбор шрифта. Пересамонили, нет? Да. Тут двух кто улетал. Очень много долго лишнего. Ну, буренка-то так и не слышит. И стоит с кольцом Зорта. Короче, пока созвездие на демона сменил, пока. И у Венстей тоже. Кольцо Зорта. Пока челик из Зорта кольцо. Милош хилит. А, подожди. Да, нас-то там машет. Ну, подождем, пока выспится. А, демон мне открыт. А, открыть. Только себя, так ты себя не бей, у тебя хп закончится. Короче, хилам ключевое, что надо вбить. Свои эти вуду, хилботы. Это баф ебаного щита постоянный, который вот это обновляется. Зеленый, желтый, красный становится. Как он называется, сейчас скажу, секунду. Потусторонний барьер.
Мне, кстати, интересно, как с локом? С их тапом? Никак. С видос. Угу. У него маны нет. Этого босса. И поначисляется уже. Да, рыбу сейчас тебе поставить чек. Венсдей, сними, пожалуйста, кольцо золота. А могли бы и половить на Ола. Пройти пару деликов кулинарных и все. С нескольких персов. Не, ну вот по идее танки могут оставлять, но только если они стоят там далеко от миликов. И не дамажат людей со щитом. Нет? Так, наверное, не будет. Не, мне говорят, все равно нет. Надо снимать. Да? Дамажат миликов. Дамажат. Снимаем. Ну, что, снимайте нахуй. Снимаем весь шмот зортом. Я думал, может, там ренжа хватит. Ну, лучше, да, там, по идее, будет вставать. Где-то иногда. А иногда это уже хуёво. Должен постоянно щит. Что, одевать мне травму, что ли, тоже пробовать? Тогда только рыпёху повалить. Сейчас я возьму. А, удочку можно закинуть? Сэнс. Можно телегу с разбером. Ну, мы полчаса еще будем стоять. А что стоим-то? Я не знаю, что стоим. Ждем. Кольцо выбирает человек, выгодите. Там буренка-то проснулся? Или что? Тоже спит. Он там стоит, он там и умрет, наверное. О, ну кольцо он помял, кстати. Менял. Друид до сих пор с ним. Ищет магазин, да? Второй там вроде похуй, нет? Второе какое? ДДшное? ДДшное себя дамажит. Есть там еще агент. А, да, себя, вон она, да, снимать тоже, но. Ой, хильная только снимает метки. Крит. А, ну да, который крит или что-то снимает. Ты не то просто снял. Да, блять, все, что вас не дамажит, все можно. Съедает цель, вот это, да, вроде можно уносить. Вас и союзников. Тут только врагов написано. Это же корень. ХЗ, как профитни все-таки? Змейка попробуем, ну по идее, наверное, походу... Тактики оставили нормальные, здесь вообще залупы. Просто главное, чтобы встать так, чтобы доставать до танков хилами. И потом уже бегать. Просто по кругу уходить, все. Не, я думал змейка вот так слева направо, потом справа налево, понял, пойти, когда рейндж будет максимальный, возвращаться начать. Но ближе, понял? А потом начать по кругу бегать. Давай, собираемся, короче, тебе, и это, тильт релогается, мы стартуем. Сейчас я голосом поставлю. Так, сейчас буду. Ну, минус ДД это хуёво, да. Так-то, блядь, ХП у него пиздец. Убьем, не убьем, не в этом суть. Суть в том, чтобы, ну, типа, четко понимать, как его бить лучше. Их можно, в принципе, не убивать. Ну, типа, ни одного из них. Главное их убить потом. Там говорили, вроде первому что-то поменяли. Меликов не дамажит почти. И мелики хилятся. Ну, почти. А, пала, по идее.
А вопрос о Жаков рискованных. Все, медведь готов. Тиль готов. Ладно. Ни у кого из них нету ДД просто. Все, мне на стопе сдал стоять, слушать вас. У РДД стоит метка. 5, 4, 3, 2, 1. Не успеть выбежать. Не успеть бежать. Все, сейчас надо хилить. Вот, перешел вперед разливать. Короче, не поэтому. Походу по ХП или че? Анхоли. Нет, походу по ХП, потому что. Сбиваете, блять. Меньше флуда лишнего. Милики, вам надо перейти, чтобы вас не доможет. Ты вот где получил урон? Он стоит просто на пути к РТД. Кто там? Ну, РДД вообще не дамажит. Вот. Ну и медиков. Это вообще не спадает ни одной секунды. Ну вот войда главное. Ух, блять. Надо потом, кто умрет, вот пресс-то, наверное, резнуть надо все-таки, нет? Как? Ну потом, да. Фезере. Да, босс маньяки. Ну, главное, чтобы места хватило, если у него фаз нету никаких больше. Его просто фаз наверх поднимать и все помаленьку, как бы устраивать. Вот его сейчас приподнять надо, и вам рядом с ним. А он по этому склону не отталкивает вверх, да? Лёш, все косты на этой фазе? Паша, больше ничего нет. Ну, больше ничего не будет. Ну, значит, просто вопрос места и, в принципе, правильно вот так вот его бить. Смотри, знаешь, как можно сделать? Змейкой. Он поднимается вверх, мы просто так же само идем только в противоположную сторону, босс поднимается чуть выше, и все. Змейкой, и все. Можно и так. Поднимай босса наверх. Еще. Что, он идет? Еще. Оставал просто. А мы теперь идем назад, спускаемся, РДшники, спускаемся. Вот так. Да. Так уж чуть. Это кайф. А может, в клаку соберемся на манекен? Так понял, давай на работу, значит, привык тут. Угу. А это твой или не твой был, или это шутки был? Это Тоха решил кое-что. Да, Милики, надо переходить. Сейчас я сделаю просто одну херню. Под лицом просто... не кливает, можете, с стороны лица. Убегайте с другой стороны, если она я буду, чтобы урон не получать. По итогу двух танков достаточно, правильно? Да, походу, да. Если вар, то да. Табурет, тебе придется все-таки скачаться под хил, потому что тяжко смесь. Да, что-то я никто не понял, почему я сейчас чаркнулся и все равно стак на нее повесился, блядь. То, блядь, вешается, то не вешается. Ну, то есть, в смысле, то на меня, то... Блядь. Знаешь, чем лестница неудобна? То, что
Границу не видим, она в текстуре пропадает. Да. Но а что такое мне работает? По-другому написано. Надо как-то сделать это прямо сейчас. Че, ретрай? Давай, может, сразу время тянуть. У тебя талант прокачан? Ну, короче, понял, да, да, что делать? Давай его не будем наверх заводить, потому что, ну, хуйня полная. Мы не видим границу, его проще в обратную сторону повести, потому что он же не выйдет здесь или выйдет с плаца. В обратную отталкивает, короче, далеко очень. Он же отталкивает, тут ты упираешься, да, типа в стенку, в эту пологую. Да, тут только вверх вести, да. Не толкает. Не толкает. Я смотрел, там только вверх ходит. Ну, а это и понятно, когда откидывает танк, только вверх вести. Либо как-то, я не знаю, начинать с, ну, с угла чуть левее, там, либо правее, переводить потом, ну, не знаю, имеет ли смысл. Как это получится тут разливать? Ну, чё мы крест ниже кдшили, нахуя мы бежим? Да, там амини резает людей. А, масреза же нету. Ну, все равно. Там этот... Да, естественно. По агру, короче, только два танка были в начале, но... Щит не повесился ни на одного. Я подозреваю, что по ХП может вешаться, но тогда почему он вначале на танка вешался, непонятно. Ну, работы ж были. А, типа пофиксили, да? Ну, не знаю. Блять, маунта было купить, еды взять, никто не взял. Маги поставят, честно. Бумажный самолетик кто-то меня кинул, вы шо? Битьё у меня есть, надо дать. Удалить. А я уже одного резу. Ну, давай. Можно попробовать сместиться на какой-то угол и начать в сторону вести, потом чуть-чуть поднять и просто в обратную сторону. А что там по резисту, Паш? До хера уходит сопрот? Просто смотри, вот вы же, получается, можете вот отсюда и сюда. Ну, я с краю с какого-то, имею в виду. Да, и, блядь, смотри, тебе же не обязательно как-то...